Боже, какие-то люди вломились к нам в дом! Пап, что там? Что происходит? Я слышала шум. Внизу кто-то есть? О, боже, Мэг, ты меня напугала! Бог мой, мы все умрем! Это неправда. Мы выживем, поедая друг друга. Но думаю, важно, чтобы последний из нас, выживший, знал эту историю. И Бог со своим соседом по комнате Чексом боролись на руках. Ты проиграешь, мужик! А, чувак, отвратительно! Да, непобежденный! О, стой, стой, еще один! Дай зажигалку! Может, Джо пробовать колесо на кресло? Последний раз, Джо, не хотеть! Кто купит колесо, получит мертвый птица! Сегодня мы с тобой будем отрываться, как будто сейчас 9-й год! Чтоб вы все! Какой черт? Победа за Стьюи! Заповедь номер 1. Завалите пасть. Заповедь номер 2. Я ничего не смогу сделать с солнцем. Заповедь номер 3. Барбарисок больше не осталось. Все закончились. Если Мэг пролезет через вентиляцию, она сможет улизнуть и привести помощь. Пап, я не могу. Да, она права. Надо ее смазать, чтобы она не застряла. Все плюйте на Мэг. Хватит, хватит, не надо. Брось, они тебя не тронут. Ты же вся оплеванная. Эй, Куак Динго, как вчера свидание прошло? Просто нечто. С кем еще почувствуешь себя гигантом, как не с пигмеем? Эй, ребята, не хотите сходить выпить в клубе 227? Ух ты, твой цвет кожи отличается от твоего. Хочешь жить в равенстве? Как твое имя? Тоби с буквой «Ай». Со штрихом над «Ай». И небольшой чертой над «О», показывающий, что это протяжный гласный звук, а не короткий. Иногда мне нравится ставить вместо точки над «Ай» маленький смайлик или сердечко, или что-то типа того. Что-то, что поднимет настроение читателю. Я спросил, как тебя зовут? Сладкий, не прекращай, можешь звать меня, как тебе захочется. Мне не хочется быть ябедой, но некоторые надсмотрщики наносят оскорбления на расовой почве. Шуты. Что мы с ними будем делать? Они должны вас отвлечь, пока я буду надевать акваланг. Это баллон с дыханием Тони Данзы. Интересно, у кого мой баллон с кислородом? Поцелуй меня, Тони. Я хочу поглотить твое дыхание. Эй! В то время умирало 78% американцев. Зарезали на карточной игре. Эй, можешь 50 марок одолжить? Куда делись те 50 марок, что я дал тебе до прошлой недели? Да брось, твоя подружка не из дешевых.